Привет всем, дорогие друзья, с вами погнали Let's Play. Мы продолжаем проходить игру «Как достать соседа», украинская версия. Погнали! У нас уровень «Біля телеекрану». Недільний відпочинок. Сусід розвалився в кріслі перед телевізором з неодмінною пляшкою пива в руці. Час від часу він заставляє себе встати і тягнеться до холодильника за новою пляшкою. Як же Вуді знайти момент для капусті? Поживемо, побачимо, вийшує Вуді і непомітно пробирається в будинок. Хе-хе. Чувствую, що пакості у нас будуть хороші. Но перед началом этого видео я хочу спросить у вас, тех, кто посмотрит это видео, как вам новое оформление моего канала? Я вот буквально вчера я его поставил. Это новое оформление по еще не вышедшей игре. Ну, в принципе, как мое предыдущее оформление по игре, которая тоже еще не вышла. Но то оформление было сделано по игре Shadow of the Tomb Raider, а это, которое я поставил только вчера, оно сделано по игре Spider-Man для PS4. Ну, я хочу вас спросить, как вам это оформление? Нравится оно вам или нет? Напишите в комментариях, как вам оно. Ну а мы погнали. Провчимо нашего сусіда. Я дістати сусіда усе біля телеекрану. Давайте откроем комод. Быстро бежим сюда. Давайте... Держак. Кстати, честно говоря, это слово сам впервые слышу. Держак. Держатель туалетной бумаги. Смешное слово. Немножко. И мы засорили нашему соседу унитаз. Я думаю, он очень обрадуется, когда это увидит. Сейчас мы пойдем ему засорять кухню. Только, правда, уже не туалетной бумагой, потому что она вся закончилась. А, яйцами. Вместе со слабительным. Ну, знать это тоже нормально. Вот, про нос, да? Круто. Вот, знаете, помню, вот я не знаю, вот они сейчас пранки про слабительное, мне туда сейчас что-то вспомнилось. Что когда была бладкая передача, я правда не помню, как она называлась. Короче, в ней пришел папа и покупать, типа, себе средство от кашля, а практически оказалась его бывшая. А она оказалась, может ли продавать, потом пришел ее отец, говорит, вы что-нибудь от кашля? Вот, типа, вам средство очень хорошее, за 500 рублей. Он купил это средство, ушел. Ну, а пока наш сосед злится из-за того, что его телевизор сломался тем временем. Ну, короче, он купил это средство, ушел. И девушка спрашивает у него: папа, зачем ты ему помог? О, какое хорошее пиво. А! Что же мне так сразу хотелось сразу? Ай! Я побежал в туалет, ай! Гром гремит, земля трясется. Сосед встревоженный несется. Забегает он в туалет и кричит: бумаги нет! Так сразу говорю, шутка не моя, сразу говорю. Это шутка из интернета. Сразу говорю. Короче, что там было, ну, про аптеку? То, что он отвечает, а он и ответил этой дочке своей, когда она ему вопрос задала. Но счет ему помог. Он сказал, да не зачем. Посмотрим, как ему от кашля слабительное поможет. Не, ну, в принципе, знаете, очень даже хорошо оно может помочь от кашля. Бояться будет кашлять. Так, ну ладно, шутки закончились. Шутки шутками. А давайте мы посмотрим на финальную пакость. Так, ну все, ладно, я уже просрался, пойду хоть отдохну нормально. Что такое? Что такое? Ай! Господи, мое кресло! Мое любимое кресло развалилось! Ай! Да. Кресло соседа не выдержало. Ну а мы прошли этот уровень на все 100. И следующий наш уровень будет про день рождения нашего соседа. Но его мы с вами пройдем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами был Панали Let's Play. Всем удачи и пока-пока.